Прыгните вон справа и слева, есть уступы, на них запрыгните. Можно, кстати, я думаю, сейчас этот, нам же урон не нужен, я, наверное, спекнусь в этот, в Орфея, и буду мобов вязать просто. Парни, нам сейчас на этих пазах не нужен Golden Gun. Возьмите Орфея. А зачем тебе стоять? А где ты здесь повешка, а? Парни, что вы думаете о Хардлайте? Очень смешная пушка. Она... Я лучше скажу, что это параша прям. Не-не-не, она... Снимающий стик маленький, например, да? Ну, все равно это все равно не было. Герман, это все. А, ну, спроси, пожалуйста. На самом деле Хардлайт очень смешной, когда ты хочешь пофаниться в ПВП. Нет задачи тащить, а просто хочешь поиздеваться над чуваками где-нибудь там. Артём, знаешь, какая самая прикольная штука в Хардлайте? То, что рикошетными патронами он наносит урона больше, чем прямыми. Да, да, поэтому да, стрелять. То есть если ты будешь стрелять в землю, да, перед мобом, ты больше урона нанесешь, чем ты будешь в него стрелять. Да я понял, но там просто рейндж очень такой себе. Мне нравится. Да. Я привык с Origin Story бегать целый год. Блять, это как возможно так? Сейчас ты кто-нибудь слезет. Или нет. Да бля, вы чё? Там можно как-то типа вырулить, чтобы быстренько приземлиться в нужное место. Я потому что до сих пор не понял, в какое кольцо поворачиваешь, чтобы остановиться возле этого сраного посадочной площадки. Так, а кого мы ждем еще? Кто у нас? От меня. Резник там где-то бежит. Блин, парни, ну тут прям очень классно придумали. Представляете, поршни бьют и убивают, и нужно прятаться. И мне нравится. Ты все развлекаешься в этом аттракционе. Ну, ракеты не сбиваются в полете. Ну да, тут грязновато. Ну нет, нифига твой мод. Его сейчас не запустишь, да? А куда смотри, идти? Потом? Я еще подсыплю пошел. Сейчас, смотри, сколько насыпало. Подметай. Что это за сыпка? If you wish to enter, then by all means, dive in. Это вообще моя любимая часть. Да,